полном объеме работы на Театральной площади не выполнены, поэтому за ремонт объекта подрядчику пока не заплатили. За сорванные сроки ответственные чиновники понесут дисциплинарные наказания. На начальной стадии работ темпы были неустраивающие. И хотя, конечно, основная вина на подрядчике, мы с себя тоже вину не снимаем. И я хочу принести слова извинения курянам, которые так же, как и мы все, переживали за Театральную площадь. С него спишется по максимуму. Это еще процесс будет идти. Потому что, я вам говорю, из 26,5 оплатили 8,5. Все остальные пока не оплачивают. Несмотря на многие недоделки, площадь все же готова принять гостей. И День города отметят именно здесь. Мы видим отдельные моменты, где необходимо плитку переложить. Где-то есть скол, где-то одна плитка выше другой, где-то наоборот, особенно там места, где подрезалась плитка, слишком большой шов. Все это будет переделано. Реконструкцию Театральной площади полностью завершат к концу сентября.